спрашивает ними, понял он, говорят тебе то, что ты уже сам знаешь. Если ты в меньшинстве и даже в единичном числе, это не значит, что ты безумец. Свобода – это возможность сказать, что 2 – 4. Сколько я показываю пальцев, Винстон? 4. А если партия говорит, что их не 4, а 5, тогда сколько? Кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. Если соблюдаешь мелкие правила, можно нарушать большие. Цель репрессий – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть. Умный – тот, кто нарушает правила и все-таки остается жив. За что на свете не захочешь, чтобы усилилась боль? От боли хочешь только одного – чтобы она кончилась. Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героя. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека вечно. Маски никогда не достают сами по себе, никогда не достают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не осознают того, что угнетены, пока им не дали возможность сравнивать. Придерживаются массы, каких не придерживаются, безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет. Если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя. Сильнейшим из побуждений страх ломает нравственный хребет человека и заставляет его глушить в себе все чувства, кроме самосохранения. Человеку свойственно жить мгновением. Он согласится продлежить хоть на 10 минут, даже зная наверняка, что в конце его ждет пытка. Если не знаешь, как выглядит твое лицо.
свое правило. Только так ты в безопасности. Когда спишь с человеком, тратишь энергию, а потом тебе хорошо и на все наплевать. Им это поперек горла. Они хотят, чтобы энергия в тебе бурлила постоянно. Вся эта маршировка, крики, махание флагами, простой секс продолжит. Привычка не показывать своих чувств въелась настолько, что стала инстинктом. Станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются. Твой злейший враг, подумал он, это твоя нервная система. Подчищено. Подчистка забыта. Ложь стала правдой. Как еще разогреть до нужного градуса ненависть, страх и кретинскую доверчивость, если не закупорив навыку какой-то могучий инстинкт, дабы он превратился в топливо? Человеком оставаться стоит, пусть это ничего не дает, ты все равно их победил. Я понимаю как, не понимаю зачем. Последствия любого поступка содержатся в самом поступке. О чем петь, когда они на грани голода. Мы встретимся там, где нет темноты. То, что происходит в сознании у всех, происходит в действительности. Человек не так нуждается в любви, как в понимании. Власть не средство, она цель. Умереть, ненавидя их, это и есть свобода. Две цели – завоевать весь земной шар и навсегда уничтожить возможность независимой мысли. Пусть говорят, время все излечит. Пусть говорят, страдания забудут. Но музыка давно забытой речи мне и сегодня разрывает.